Согласно градостроительным разработкам, на улице Посмитного появится высотка под названием «Гармония». На Педагогической 20 собираются построить два здания, рассчитанные на 10 и 16 этажей. На Педагогической 23 уже в скором времени может появиться высотное строение с так называемой переменной этажностью от 10 до 22 этажей, с торговыми помещениями, паркингом и детским садом. Использование небольшого существующего здания, которое находится на территории под детский садик, на 90 мест. Учитывая размещение жилого дома по клубничному переулку 2024, заказчик «Гефест» со спортивным комплексом. Новая постройка вырастет и по адресу клубничный переулок 2024, опять-таки с предусмотренным паркингом. По заверению чиновников от архитектуры, местные небоскребы близлежащим домам мешать не будут. Все эти дома, они были запроектированы ранее, они проектировались с учетом требований норм инсоляции, расстояний до сохраняемой жилой застройки, поэтому мы предполагаем, что мешать не будут. Что касается дорожной развязки, то Фонтанская дорога оставит за собой свою ведущую функцию. Фонтанская дорога рассматривается как магистраль общегородского значения, регулируемого движения. Изменения коснутся улицы Посмитного. Вдоль дороги проведут четырехполосное движение. В понедельник, 7 октября, Градсовет одобрил проект практически без обсуждений и дополнений. А уже во вторник, 8 октября, как значится на официальном сайте города, заканчивается срок ознакомления, регистрации и подачи предложений и замечаний от физических и юридических лиц относительно указанной градостроительной документации. И на вторник же назначены общественные слушания по детальному плану территории в границах улиц Посмитного, Фонтанской дороги, Педагогического переулка и Тенистой. Свое мнение по поводу этих строек одесситы смогут высказать в 6 часов вечера 8 октября по адресу Троицкая, 43.